10 тысяч тюльпанов голландских сортов распустятся к весеннему празднику в Нарьян-Маре. В тепличном комбинате «Солнышко» приступили к срезке первых цветов. А уже на следующей неделе начнется их реализация населению. Подробнее в материале Ольги Русол. 99% женщин по статистике в качестве лучшего подарка на праздник выбирают цветы. Впрочем, джентльмены тоже в большинстве своем с ними согласны. Какой ты подарок бы хотела получить на 8 марта? Я бы хотела цветы получить. Какие? Розы. Розовые, возможно. А ты? Тоже розы, только белые. А какие цветы вы любите? Золото. Хоть какие, мне все равно все нравятся цветы. Цветы. Какие? Я люблю ромашки. Ромашки и в горшках, да. В этом царстве цветов, несмотря на злые морозы, царит весна. Бутоны набирают силу. Самое время приступать к их срезке. Срезка тюльпанов начинается тогда, когда бутон набирает цвет, окрашивается. И тюльпан не просто срезают, а оставляют луковицу, чтобы поступали питательные вещества. Примечательно, что тюльпаны тепличного комбината «Солнышко» имеют высоту 50-60 сантиметров и крепкий стебель. Традиционно в тепличном комбинате «Солнышко» высаживают порядка 13 наименований голландских тюльпанов. В этом году их около 10 тысяч штук. А вообще тюльпан, он же хранится больше месяца, поэтому, создавая ему условия хранения, мы срезку начинаем тогда, когда тюльпан вот, окрасил бутон, он готов на срезку. Его не оставляют на корню, его надо обязательно срезать и убрать в холодные температурные условия. Обычно тепличный комбинат работает в соответствии с заявками. Тюльпанов выращивают столько, сколько гарантируется реализацией. Получается, примерно 4/5 от всей партии цветов – это заявки организаций. Основной наплыв покупателей ожидается здесь уже на следующей неделе. Чуть позже тепличники займутся выращиванием уличных цветов. Но и здесь все зависит от заявок. В последнее время высока конкуренция. В ценовой политике продукция комбината не может противостоять привозной, но качество все же остается за нашими теплицами. Потому что мы выращиваем цветы, готовые уже, не рассаду, мы выращиваем готовые цветы, которые, посадив в грунт, можно сказать, что это готовая клумба. Вот. А те цветы из московского региона, которые привозят, цветы мелкие, им надо прижиться. В наших условиях не всегда благоприятных, более прохладных или дождливых, цветам очень некомфортно. Кроме того, тепличный комбинат ежегодно выращивает порядка 3500 тонн цветов в горшках. Эта продукция пользуется большой популярностью. Если тюльпаны – это сезонные растения, то горшечные цветы круглый год ждут своих потенциальных хозяев в тепличном комбинате «Солнышко». Ольга Русол, Вадим Носкин, телеканал «Север».